лучшие декоративные злаки для вашего сада. При покупке декоративных злаков мы нередко клюем на их неприхотливость, полагая, что уж с ними-то точно возни не будет. Однако это не так. Необходимо покупать те злаковые культуры, которые приспособлены к нашим достаточно суровым зимам. Итак, на первом месте вейник. Огромные кусты вейника можно встретить по всему миру. Высота его достигает метра, поэтому он отлично подходит на роль солитера, также используется в бордюрах и в живых изгородях. Самые популярные сорта вейника остроцветкового – это Аваланж, Карл Форстер, Овердам и некоторые другие. Размножают вейник делением куста. Следующее растение, на котором мне бы хотелось остановить ваше внимание, это мискантус. Зеленые фонтаны мискантуса хороши и сами по себе, и в пору цветения их розовые и серебристые метелочки притягивают все взгляды. В зависимости от сорта растение может достигать от 80 см до 2 метров в высоту, а затем разрастается до 2 метров в диаметре. Самые популярные сорта мискантуса – это Адажо, Кляйн и некоторые другие. Все мискантусы любят воду и солнце, поэтому лучше их садить, конечно же, на солнечном месте и обеспечить их поливом. Малиния. Этот неприхотливый декоративный злак до недавнего времени чаще встречался на болотах, чем на приусадебных участках. Однако сейчас дизайнеры оценили его по достоинству. Проще всего выращивать малинию голубую, однако если хочется пышности и ярких красок, стоит обратить внимание на малинию тростниковую и такие сорта, как фонтан и стайфа. Размножают малинию делением куста. Овсец вечно-зеленый. Или же он имеет другие названия, геликтотрихон. Его яркие пышные кустики могут стать идеальным бордюром, вписаться в любую клумбу или расти также в каких-то емкостях. Райграсс бульбоносный. Небольшие полосатые кустики райграсса бульбоносного полюбились дизайнерам за легкую формовку и низкую агрессивность. Они значительно меньше расползаются, чем большие злаки. Им можно придавать любую форму, и через пару недель кустики можно стричь, и они вновь зазеленеют. Уход за райграссом очень прост. Его стригут 3 раза за сезон. Следующее растение, которое притягивает внимание, это сеслерия. Из существующих видов сеслерии в ландшафтном дизайне применяются только 4 – голубая, осенняя, блестящая и черноцветковая. Каждая из них хороша по-своему, имеет разный размер и цвет листьев и соцветий. Правила выращивания сеслерии общие. Ее можно размножать семенами и делением куста. Фолярис. Очаровательный фолярис не так прост, как кажется. Он быстро разрастается, пускает в разные стороны длинные корневища, и даже бордюрной лентой отгородиться от него не так просто. Несмотря на это, он может подойти для выращивания как почвопокровник или на территории, где вы не собираетесь сажать ничего другого. Один из самых популярных растений этого злака называется сноупинг. Щучка. Некоторые декоративные злаки не только не боятся холодов, но и ждут их. Например, листья щучки пускаются в рост 2 раза в год, ранней весной и осенью, когда на улице холодно и влажно, а в летнюю жару находятся в состоянии покоя. Листья щучки
разных сортов могут быть зеленого, кремового, золотистого и других цветов. Лимус песчаный. Даже из названия понятно, что вырастить лимус можно там, где не вырастает ничего другое. На голом песке, на каменистом склоне, на самой бедной почве. Поэтому лимус песчаный очень широко используется в ландшафтном дизайне. Размножают его как частями куста, так и семенами. Кроме того, при посадке можно выбрать любую часть участка, но желательно ограничить куст, посадив его во вкопанной емкости, для того, чтобы ограничить рост корней. Как же быть, если вам приглянулся декоративный злак, не приспособленный к нашим суровым зимам? Относитесь к нему как к нежным розам и укройте на зиму по всем правилам, а на следующий год вновь насладитесь красотой благодарного растения. Если вам понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.